Приветствую всех, дорогие друзья! С наступающими вас зимними праздниками, Рождеством, Новым годом и вообще с этой сказочной порой. Я хочу сегодня с вами поделиться, как можно преобразовать дешевые елочные игрушки в красивые, элегантные, которые в магазинах стоят поштучно очень дорого. Для этого мне понадобится клей-пистолет и акриловая краска. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Вам приятного просмотра, ставьте лайк, если вам это видео понравилось и было полезно. И, естественно, берите себе на заметку эту идею. Thank you.
Смотрите, друзья, такие разные игрушки у нас получились. Разные узоры, веточки в виде шишечек. Такие узоры. Такие вот капельки, сверху веточки. Вот как бы шишечка. И сейчас я буду украшать акрилом, с акриловыми красками. Хочу их сделать цветами нежными. Это белая, розовинка, небесно-голубая, синий королевский, прекрасный цвет. Сейчас я с помощью губки и кисточкой буду наносить краску. Я уже наши игрушки раскрасила разными цветами акриловой красочкой. Вот так вот выглядят на данном этапе. Вот эта игрушка тоже замечательная. Она сама по себе красная. Я прошлась по ней белой краской. И вот эту красноту, которая проявляется, я убирать не буду. Так и оставлю. Что смотрится очень оригинально. Еще сверху пройдусь белой краской, где у нас сделаны веточки. По всем игрушкам я прошлась одним слоем, и можно увидеть, что проявляется цвет игрушки. Это была серебристый, и сейчас я хочу пройтись вторым слоем по игрушкам. Вот такая розовая, и это еще не все. У меня есть золотистая краска, серебряная краска. Смотрите, какая нежность получилась, красивая. И я серебристой кое-где на каких-то игрушках серебристой пройдусь краской, где-то золотистой, чтобы добавить блестинку и такой эффект красивый. Смотрите, какие цвета замечательные. Две игрушки у нас получаются такие зеленовато-бирюзовые. Я буду проходиться еще сверху по веточкам белой краской. На этом, возможно, серебристой либо золотистой. Сейчас вы все увидите в процессе. Ну, могу сказать, что уже видно, какая красота получается. И с уверенностью могу сказать, что в магазинах вы не купите такое. То есть можно своими руками создать что-то оригинальное, красивое и намного даже красивше, чем продаются в магазине вот эти очень дорогущие игрушки новогодние. Такую красоту можно создать. Ну что, я продолжаю дальше
работать над игрушками, а вы смотрите и берите себе на заметку. Друзья, вот мои новогодние игрушки готовы. Результат просто ошеломляющий. Я даже сама не ожидала, что будет настолько все красиво. Это просто волшебство какое-то. Неожиданно из дешевой елочной игрушки можно сделать такую превосходную, эксклюзивную, авторскую новогоднюю игрушку, которую вы действительно не купите ни в одном магазине. И казалось бы, так это просто сделать с помощью клея-пистолета, горячего клея, да, и акриловых красок.
Это просто нечто, это волшебство, друзья. Смотрите, все они оригинальные, неповторимые. Это просто какое-то волшебство. Боже, какая у меня будет красивая елка! Можно сделать разные узоры. Можно сделать разные цвета. При желании даже по блесточками покрыть. И они будут сверкать на елке. Это нечто, друзья. Я очень надеюсь, что вам понравилось, как и мне. И что у вас прямо зачесались ручки тоже что-то сделать такое. Ну, красота просто. Так что, дорогие мои, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Я надеюсь, вам действительно понравилось. И такая вот идея колоссальная. И также смотрите другие мои видео на моем канале в плейлисте «Новогодние поделки». Там тоже есть много идей для вас. И подписывайтесь на мой канал. Делитесь с друзьями. Вас с новогодними наступающими праздниками. Добра вам, любви, удачи, счастья, всего-всего-всего самого наилучшего и всего того, что вы себе желаете. Пусть оно сбудется в новом году. Прекрасного вам настроения, вдохновения и всего наилучшего. Всех люблю, целую и увидимся в новом видео. Пока-пока!